Всем огромный-огромный привет! Сегодня с вами делюсь своими покупками. Они будут из Озона, из Лабиринта и немножко просто из простого, самого-самого обычного киоска «Союз Печать», так называемого. Покупок тут много, но это все куплено не за один раз, не за один день. Я просто насобирала примерно недели за 2-3, может быть. И чтобы не показывать вам что-то по одному, решила показать все сразу. Кому интересно, оставайтесь смотреть. Это мое хобби. Буду с вами делиться. Может быть, кому-то что-то понравится, кто-то что-то приглядит для себя. Первая моя покупка, это была сделана в Лабиринте. Я зашла в Лабиринт, купила там две раскраски, очень мне захотелось. Особенно, когда я увидела вот эту, я обожаю вообще все цвета зеленых. Листики раскрашивать, там деревца какие-нибудь, кусточки, цветочки. И не могла устоять перед этой раскраской. Называется «Кактус Пати». Если я вспомню по цене, то вам, конечно же, скажу. Стоила она чуть больше 350 рублей. Покажу вам немножко иллюстраций из этой раскраски. Но не могла я ее пройти мимо. Все, что связано с кактусами, я очень-очень люблю. Вот такая вот раскраска. Пишите мне, кому интересно, кто тоже любит такие зеленые цветочные, да, рисунки красивые. Пишите, полистаем с вами эту раскраску более подробно. Но мне, например, очень нравится. Я прям хотела, чтобы в моей коллекции раскрасок такая раскраска обязательно была. Ну и она довольно толстая. Продолжаю собирать раскраски от Керби Розаноса. Это уже моя третья раскраска. Хочу, может быть, буду раз в месяц примерно покупать себе по одной раскраске. Тоже такая толстая. Купила я ее в Лабиринте. Стоила она тоже что-то чуть больше 350 рублей. Вот такие у него есть еще книги. Геоморфозы у меня есть, фантоморфозы есть, а остальные придется мне добрать в свою коллекцию. Тоже расскажите, любите ли вы раскраски Керби Розаноса. Я, например, обожаю. Так как я еще раскрашиваю очень плохо, то мне, конечно, прям страшно за них браться. Тут такая красота. Тоже хочу снять на нее отдельный обзор, отдельное. Полистаем с вами отдельно. Я думаю, кому-то, может быть, тоже понравится. Есть как и очень крупные такие рисунки, есть как и что-то мелкое. В общем, я довольна, что у меня появилась очередная раскраска от Керби Розаноса. Вот такая. Теперь у меня их 3 штуки. В «Союз Печати» за 120 рублей, за 121 рубль я взяла себе второй номер арт-йоги. Это уже у нас апрель-май. Хороший журнальчик, тоже большого такого формата, даже больше, чем А4. Я его очень люблю. У меня есть несколько номеров. Разнообразные рисунки. И тоже все вам показывать не буду, потому что хочу полистать его уже вместе с вами, что-нибудь обсудить, что буду раскрашивать. Рисунки такие крупные, хорошие, но немножко тонковата бумага, и не всеми материалами здесь можно раскрашивать. Но я в основном в таких раскрасках с такими белыми, красивыми, хорошими листами люблю раскрашивать именно карандашами. На Озоне взяла вот такую потрясающую раскраску. Это узоры. Все, что связано с узорами, я тоже обожаю. И цветочные узоры, и такие графические узоры, и всякие разные. Люблю раскрашивать, сидеть, прям вырисовывать вот эти маленькие детальки. Раскраска очень толстая. Я увидела ее по хорошей цене в 190 рублей. И думаю, а ну-ка, у меня как раз было 190 рублей. Думаю, закажу. Пускай у меня такая будет. Как-нибудь сесть и так пораскрашивать. Толстая такая. 96, наверное, здесь листов. Здесь как и мелкие есть вот такие рисунки, есть вот такие крупные. Смотрите, как кактусы такие. Вот. Может быть, эта раскраска и стоковая, но у меня таких иллюстраций еще нету. Вот тыквочку хочу раскрасить как-нибудь необычно. Очень мне нравится. Ну, пускай будет так вот сесть, незатейливо раскрасить листы очень такие. Ой, я даже думала, тут два листа. Очень плотные, толстые. Возможно, даже буду раскрашивать фломастерами. Посмотрю. Да, такие плотные, хорошие листы. Обожаю такие узоры. Вот особенно
цветочные, да, похоже чем-то на цветочную мандалу. Вот такая вот красота. Вот это тоже как такая мандала на морскую тематику. Очень красивая книга, пускай тоже будет в моей коллекции. Да, заказала я себе очередную часть «Магия черного. Роскошь цветов». У меня не было. Вот такая. 64 иллюстрации, 150 часов арт-релакса. Наконец-то она появилась по 299 рублей. И я ее быстренько заказала. Теперь у меня все три серии «Магии черного» в наличии, в коллекции в моей. Хорошо, если бы еще были какие-нибудь мандалы «Магия черного», узоры, может быть, города. Так что, надеюсь, какие-нибудь такие тоже книжки издадутся именно в этой серии. Что это не будет как бы три книги, что будет еще издаваться, чему я буду очень рада, обязательно возьму. Смотрите, как хорошо упаковано. Все упаковано в пленку. Я хотела эту книгу купить одной из первых, но мне не повезло тогда, когда я заказывала. Ее как раз все раскупили, не было ее в наличии. И поэтому, как только она появилась, я прям сразу заказала. А появилась она по той же скидке, по которой была в других в каких-то магазинах. Она стоит гораздо дороже. Полностью листать ее не буду. Сниму на нее обзор. Может, кому-то будет интересно. Я уже начала раскрашивать в «Магии черного», вот в этой книге «Царство животных». Уже раскрасила несколько иллюстраций. Тоже обязательно вам все покажу. Вот такая у меня интересная книга. И, конечно же, я не могла устоять, когда увидела вот такие новомодные раскраски, спиральные раскраски. Не смогла устоять и купила все три. Стоили они на тот момент по 139 вроде рублей. Это недорого. Я думаю, не буду покупать по одной. Они такие, ну, достаточно тоненькие. Сейчас такие раскрасочки очень модные. Тоже хочу приобщиться к этому виду творчества и попробовать себя вот в таких раскрасках именно спиралевидных. Вот. Можно раскрашивать как и цветными ручками, я думаю, черными. Думаю, цветные тоже подойдут. Давайте раскрывать с вами, смотреть. Я взяла все три сразу. Думаю, ну что, 130 рублей, а то потом еще что-нибудь исчезнет из продажи или подорожает, и я не успею взять это в свою коллекцию. Ну и вот такие раскраски. Для меня это в новинку. Я взяла животные, достопримечательности, так как я очень люблю всякого рода достопримечательности. И вот такое множество образов. Тут у нас 17 иллюстраций, 17 изображений. Выглядит все это вот так. Вот такой круг. И нужно все вот раскрашивать. Интересно, тут представлен образец или нет. Сейчас я вам, чтобы показать. Да, есть. Вот здесь вот, где множество образов. Смотрите, тут и собачки, и животные, и картины, и какие-то тортики, корабли. В общем, и любовь, в общем, и цветы, все-все-все-все-все. Буду раскрашивать. Хочу, не буду сейчас вам все показывать, хочу снять на эти раскраски отдельный обзор. Я думаю, может быть, кому-то будет интересно, кто-то захочет их приобрести и попробовать себя в этом виде творчества. Вот такая красота. Но тут, скорее всего, придется раскрашивать ручками какими-нибудь тонкими линерами, например. И что мне еще очень понравилось, данные раскраски на одном листе. Вот. На одном листе. Что можно что-то подложить и раскрашивать, в принципе, любыми материалами. Вот такие раскраски. Тоже достопримечательности. Сниму на них подробный обзор. Вот так она. Тут есть инструкция, как раскрашивать. Вот такие достопримечательности тоже из разных стран мира. И, конечно же, животные. Вот. И животные. Тоже тут и собаки. И собаки, и кошки, еноты, птицы, лягушки. В общем, и какие-то морские животные. Я довольна. Буду раскрашивать. Очень-очень рада, что мне удалось прям вот взять именно все три. Пишите, если хотите, чтобы мы полистали вместе данные раскраски, я обязательно полистаю, все с вами обсудим, все вам покажу. Думаю, тоже кто-то заинтересуется. И на Озоне для своих раскрасок я заказала вот такие вот стержни. Они стоят гораздо дешевле, чем брать гелевые ручки. Заказала два набора.
Один набор у нас получается, это пастель металлик. И второй набор, это у нас неон и глиттер. Блестящие. Мне они обошлись, правда, дороговато, потому что я их заказывала без скидки. Не посмотрела, что я заказывала на Озоне. И не посмотрела, что на Вайлдберрисе. Какая-то желтенькая наклейка Озон. Можно заказать гораздо-гораздо дешевле. И у меня еще плюс на Вайлдберрисе очень большая скидка в 20% есть. И мне бы они, конечно, вообще обошлись очень дешево. Я уже ими раскрашиваю. Получается очень красиво. На Вайлдберрисе дозакажу себе еще один такой набор. Я прям раскрашиваю вот так вот стерженьками. Мне для этого не нужно ее вставлять в ручку. Но, в принципе, ручек-то у меня нет. Не знаю, подойдут ли они для ручек, которые я купила. Набор большой, огромный гелевых ручек в фикс-прайсе. Еще не пробовала, но обязательно попробую. Уже вовсю раскрашиваю. Мне особенно нравится металликом раскрашивать. Металликом получается просто на ура. Вот, вот такие классные стержни. Раскрашиваю обязательно для вас какую-нибудь картинку тоже этими стержнями в раскраске вот этой магии черного. Хочу что-нибудь там сделать такое яркое, красочное, праздничное. В общем, вырви глаз. И вам обязательно покажу. Красивые такие ручки. Ну, на этом все. В основном были раскраски, что-то для хобби. Я очень рада. Постепенно буду так пополнять свою коллекцию. Но не все сразу. Правда, еще особо нечем раскрашивать. Очень хочется какие-нибудь хорошие купить фломастеры. Или вот фломастеры-кисточки. Я на Вайлдберрисе, в принципе, себе отложила. Но цены на них кусаются. Вот, есть и по 1000, и по 2000 есть. Поэтому пока цены кусаются, но очень хочется... Почему я еще не начинаю что-то раскрашивать? Не хочется портить раскраски, хочется сразу уже начать, когда у тебя есть хорошее, большое, хорошее количество разнообразных цветов, и чтобы уже начинать и не портить раскраску, чтобы было красочно и красиво. Всем огромное спасибо, кто меня смотрел. Подписывайтесь, делитесь со своими друзьями и знакомыми в своих соцсетях. Я буду очень-очень рада.